Всем здравствуйте, меня зовут Ибрагимов Марлен. Я являюсь студентом второго курса университета АКФА, факультета медицины, а также являюсь одним из организаторов сегодняшнего мероприятия. Основная цель сегодняшнего мероприятия является развитие культуры донации крови среди молодежи. Сегодня мы начинаем с нашего университета. В дальнейшем планируем обширное развитие этой культуры среди молодежи. Всем привет, меня зовут Шахразода. Сейчас проходит Blood Donation Day. Уже более 40 человек прошли регистрацию. Я приветствую вас в стенах АКФА университета. От лица администрации научно-производственного предприятия «Препараты крови» хочу поблагодарить руководство этого университета за помощь в организации Дня донора. Особо хочется отметить, что донорская кровь, она нужна каждый день новорожденным, детям, роженицам, людям, попавшим в аварию. И вся проблема в том, что донорскую кровь невозможно купить, ее нельзя сделать в пробирке. На сегодняшний день донорскую кровь может подарить только живой человек. Выражаем глубокую признательность всем тем, кто сегодня пришел и изъявил желание помочь больным людям и подарить кусочек своей жизни. Всем большое спасибо.